Геннадия Петровича Малахова больше не показывают. Я так по нему скучаю. Фамилия такая же, как у Андрея. А лечит, лечит. Я помню все эти его советы. Дорогие друзья, если у вас болит голова, и под рукой нету анальгетиков, значит, спазмальготиков, мозгов, значит, берете пучок сельдерея, вот так вот. Берете пучок сельдерея, отрахиваете его хорошо, отрахиваете. Значит, и суть его муха на восходящей луне. И проворачивайте там, проворачивайте. Дорогие женщины, вот многие у меня спрашивают, что делать, если воспалилась среднекопчуковая грыжа, а под рукой нету анальгетиков, спазмальготиков. Значит, вот смотрите, значит, встаете в позу разъяренного тарантула, вот так. Вот так, немного отклячили, седали, еще вот так. Прогнули спину, что вот так, разъяренный тарантул. Берете в рот помидорку, вот так. Но небольшую, чтобы не порвать рот бычьим сердцем. Такое. Дамский пальчик. Берете в рот. Значит, в ногах бедрышками зажимайте тыкалку, маленькую тыкалку. Вот так вот зажимайте. Так, чтобы хвостик тыкалки торчал строго на северо-восток. Вот туда. Чтобы вам беднее было. Ой, извините, не тот палец. Вот туда. Значит, зажали тыкалку. Зажали. И так, значит, вы на уши вешаем горох стручковый. И знаете, так, не теряя тыкалки, начинаем раскатываться. Так, чтобы горох стучал по темечковым долям. Так, опа-па, опа-па, опа-па. И в этой позе, пружине, не теряя тыкалку, начинаем пританцовывать и приговаривать сквозь помидорку. Уйди, грыжа поганая, уйди через окно, через дверь. Уйди, Христом Богом прошу. Так, 2 часа. Пока не подъедут санитары. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.